короче, микрофоны и просто... Всем привет, меня зовут Молчанов Павел, это fatar.ru и новый выпуск «Просвет», где мы работаем с постоянным светом от компании Godox, а именно это профессиональная серия No LED M300 Bicolor. Погнали! Сегодня на съемке нам помогает модель Майя. Подписывайтесь на ее социальные сети и заказывайте ее сниматься. Она классно позирует очень. Ну что, мы сейчас будем работать с этим светом, посмотрим, на что он способен в контексте фото, ну и, конечно, в контексте видео. Для начала давайте посмотрим, как будет вести себя прибор на фото. Интересно посмотреть о качестве диода, то есть о качестве света, который будет отдавать этот прибор. И посмотрим, что такое 300 Вт, как это в фотонастройках будет отображаться. Снимать будем на Sony A7R4 с большим разрешением. Это одна из вообще лучших, наверное, на сегодняшний день матриц. Очень качественная цветопередача. И если цвет будет диоды, да, вести себя нехорошо, это сразу будет видно. Что касается баланса белого, на приборе сейчас стоит настройка 5600. На камере я выставил сейчас те же самые 5600. Делаем тестовый снимочек. И получается у нас что? Нейтральный вот баланс белого, если отбиваться по циклораме. Опять же, сложно сказать, она прям действительно точно белая или нет, но если отобьемся по циклораме, то баланс белого получается 5300. То есть сдвиг в 300 кельвинов здесь присутствует. Что касается скинтона, вижу, что немножко он чуть-чуть в холод уходит, то есть 5350. Ну да, с оттенком плюс 1,4, то есть в целом это немного. Сам по себе скинтон мне нравится, цвета приятные, каких-то паразитных оттенков я здесь не вижу. Ну, по качеству диода, по качеству света, которое дает этот прибор, мне на самом деле все очень нравится. Что касается мощности, что такое 300 Вт, смотрите, поскольку я использую длинную линзу, у меня стоит 1/400 секунды выдержка, диафрагма 2.8 и ISO 500. То есть в целом это настройки, которые, ну, на которых можно снимать, ну, практически на любую камеру. То есть небольшое ISO и, опять же, с запасом, очень, с очень большим запасом шаттер. Что касается вот этого сдвига баланса белого примерно в 300 кельвинов, он происходит еще, наверное, не только из-за самого прибора, а еще из-за насадки, которую мы используем. То есть любая насадка в любом случае при прохождении от одного диффьюзера к другому при переотражении будет баланс белого смещаться. Возможно, это тоже повлияло. Но в целом 300, там 250 кельвинов — это не такой большой разброс, ну, на который стоит обращать сильно внимание. По свету ничего сложного у нас сейчас по схеме не стоит. Мягенькая насадочка светит мимо модельки для того, чтобы не залетать сильно на фон, но контрастно освещать модель. Поставил я с этой стороны свет, потому что у меня справа от модели чуть меньше белого, нежели... Ну, то есть здесь была бы полностью вся циклорама, и это сильно отбивало бы на лицо, контраста такого бы не было. Но, опять же, если вам хочется смягчать, меняем схему местами, и тени будут чуть менее акцентированными, не такими контрастными. Давайте сейчас поснимаем видео. Что касается настроек по видео, я снимаю в HLG. Линза у меня сейчас диафрагма 1.8, шаттер 1/500 секунды и ISO 100. Конечно, можно сказать о том, что зачем ты используешь такой короткий шаттер. Мне нравится использовать настолько резкую картинку, поэтому шаттер я делаю короткий. Если бы хотелось бы добиться, ну, такой условной киношности и снимать с некими смазами, то выдержку я бы делал более длинную, закрывал диафрагму, либо использовал бы ND-фильтры. Но мне это не нравится, поэтому делаю как хочу. По качеству света сразу могу сказать, что по HLG интерпретации сложно понять, как цвет сам по себе отрабатывает, но мой подход заключается в следующем. Я сначала выставляю баланс белого, используя нейтральный стиль, после этого включаю уже либо логарифм, либо HLG, и после этого снимаю видео.
с простой схемой съемки мы закончили, а сейчас будет кое-что интересное, так что не переключайте. Сегодня поработаем с очень интересной насадкой. Это проекционная насадка VSA. Здесь мы будем использовать 26 градусов линзу. Всего их существует пока 3. Это 19, 26 и 36. Что касается конструктива, классно, что линза вот эта снимается отдельно, на ее место вставляется другая, которая вам нравится, либо подходит больше. Само по себе собрано все качественно, развесовка тоже на самом деле очень удобная. Сейчас мы работаем с 300-кой, которая... Ну, нельзя сказать, что очень тяжелый прибор, но уравновешенно все достаточно хорошо. А вообще ставить сюда более тяжелые приборы не рекомендуется. В характеристиках указано, что 300 — это, ну, в целом максимум, чтобы не поплавить приборчик. На весе это тоже отразилось. На самом деле насадка не такая тяжелая. Все вместе с линзой это весит порядка, наверное, 3,5-4 килограмм, что, на мой взгляд, вполне удобно даже для транспортировки. А что касается транспортировки, в комплекте идет удобный кейс. Сегодня будем работать с такими инструментами, как ирисовая диафрагма. Отдельно это у нас держатель для фильтров, держатель для масок ГОБА, несколько масочек ГОБА. В комплекте, кстати, их идет 3 штучки вместе с держателем диафрагмы, ну и там цветные фильтры, всякие эффектные, они уже докупаются отдельно. Работа с приложением достаточно удобная. Сейчас я хочу поснимать исключительно с проекционной насадкой, поэтому вот этот приборчик пока отключаем. То есть не сам по себе прибор из сети или кнопкой выкл, а через приложение гораздо удобнее и по включению, и по выключению. И какую? Это просто с ума сойти. Кроме визуально интересной подачи самого освещения, то есть вот этих вот четких контуров, на мой взгляд, еще большой плюс проекционных насадок в том, что они капитально прям собирают свет. То есть сейчас мы используем 300 ватт через линзовую насадку, и по мощности этот свет просто в разы будет сильнее, нежели мы снимали через софт или там даже через рефлектор, неважно. Давайте посмотрим, какую настройку нам выдаст камера. Оставлю ту же диафрагму, ISO сейчас уберу, наверное, на соточку, по выдержке посмотрим. По настройкам у нас сейчас на 2 ступени света стало больше, а еще учтите тот момент, что расстояние между моделью и прибором увеличилось, наверное, раза в 4 или в 5. То есть если до этого насадка вместе с прибором находилась, наверное, ну, в 1,5 метрах от модели, то сейчас это у нас порядка 3,5, а то и даже 4 метров. То есть количество света увеличивается в разы. И если работать еще дополнительно с фрост-рамами, то есть использовать вот этот мощный свет, но отдельно модель прикрыть каким-то диффьюзером, то интенсивности света будет больше. И вот в этом и есть еще полезность линзовых насадок, ну и в целом линзовых приборов, потому что вы получаете гораздо большую светоотдачу, нежели через рефлектор. На мой взгляд, картинка выглядит интересно. Такое некое сценическое освещение. Ваш основной объект освещен контрастно, с очень такими выраженными жесткими тенями, плюс вот это вот еще освещение вокруг с фактурной тенью. Действительно, на главного героя привлекает внимание капитально. Что касается, наверное, особенностей этой насадки, хочу отметить, что цвет искажается, и цвет становится значительно теплее. Если раньше у нас баланс белого был с этой настройкой, вернее, холоднее, если раньше у нас баланс белого был 5300, 5350, и картинка выглядела классно, натурально, то сейчас баланс белого съехал в 4500. И вот эта вот разница в, ну, практически в 1000 кельвинов, ее стоит учитывать. Либо использовать компенсационные фильтры, ну а поскольку мы работаем с биколором, то можно просто-напросто на самом приборе изменить баланс белого. Сегодня у нас есть еще линза, самая узкая из линейки, это 19 градусов. И давайте сейчас наглядно покажу вам, как отличается угол между 26 и 19. И, кстати, посмотрим, какова будет светоотдача у этой линзы по сравнению с более широкой. Огромным плюсом является то, что у вас линза меняется прям в процессе съемки очень быстренько. То есть не нужно менять непосредственно прям весь блок, да, вот этот большой. То есть просто сняли
переднюю насадку и поставили новую. У 19-градусной насадки есть еще дополнительное одно крепление для того, чтобы вы могли фокусировать луч совсем вдали. То есть вот можно сдвинуть линзу прям практически на самый-самый краешек, что опять же позволяет более точно работать с границами света в кадре. Смотрите, 19 градусов значительно уже, да, то есть, мне кажется, раза в два по полю световому. И еще появляется интереснейший момент. Сейчас у меня, видите, край перед моделью имеет такую легкую растушевку, а вот дальний край уже абсолютно резкий. То есть вот эта разница в где-то, наверное, в 2 метра приблизительно, она уже влияет на фокусировку. То есть вы можете использовать уже подобную особенность, да, скажем так, оптическую, уже в каких-то творческих собственных задумках. Блин, не хватает, короче, микрофона и такой... 19-градусная насадка дает практически на ступень больше света при всех прочих равных условиях. То есть та же мощность, то же расстояние, ну, понятно, меньше световой поток и... выдержка увеличилась практически на ступень. То есть в целом на одной тысячной, мне кажется, картинка чуть-чуть темновата, на одной восьмисотой чуть-чуть светлее, чем нужно, а прошлые картинки были сняты на одной пятисотой, на одной четырехсотой секунды. То есть тоже чуть-чуть вот я двигал туда-сюда в зависимости, ну, вот от ситуации. Помимо вот такого какого-то сценического освещения, линзовые насадки можно классно использовать для имитации солнечного света, такого жесткого, прям прямого солнечного света и создания каких-то интересных картинок на фоне либо освещения на модели за счет применения масок гоба. И вот как раз-таки понимание, какой угол света и какая светоотдача будет у насадки с определенным углом, очень важно для того, чтобы в сцене разбираться дальше. То есть смотрите, если бы я захотел сейчас осветить модель вот таким же образом, но у меня вокруг было солнечное освещение, оно бы, скорее всего, засветлило кадр и не дало бы мне возможность акцентировать внимание на модели. Если бы я использовал там 26 градусов, либо 36-градусную насадку. А вот с 19-градусной насадкой у меня уже получится это сделать, потому что светоотдача у нее выше. Давайте расскажу более подробно о внешних особенностях этих приборов. Во-первых, стоит отметить, что крепеж лиры находится с одной стороны, что, на мой взгляд, гораздо удобнее, нежели откреплять лиру с двух сторон. По непосредственно самому углу можно установить прям очень свет сверху или совсем вниз, то есть лира достаточно длинная, но не слишком, да, чтобы прибор туда проваливался. Собран прибор из металла и достаточно качественного пластика, он приятный на ощупь. Металл не как консервная банка, ну, кстати, даже выглядит стилево. С верхней части находится радиатор для охлаждения диода. И хочу отметить, поскольку это прибор профессиональный, то диод здесь тоже стоит очень качественный, шахматного типа, обладает достаточно большими показателями 96 CRI и 97 TLCI. Балласт отдельный, естественно, да, как в любых профессиональных приборах. На мой взгляд, еще удобно то, что здесь симметричный кабель, то есть вам не нужно, не знаю, там, в темноте, когда собираете прибор, не нужно присматриваться, искать, какой конец кабеля подключить прибору, какой к балласту. Ну, мелочь, а приятно. Что касается самого балласта, тоже выполнен он из металла. Здесь есть также радиатор, два разъема под V-mount, что позволяет вам работать не только от розетки, но и где-то на выезде. Также на балласте предусмотрено DMX-вход, DMX-выход и... с обратной стороны подключение непосредственно к адаптеру и DC-48. По весу балласт весит 2,7 килограмма, прибор весит 3,6, что в целом, ну, не так много, тем более для мощности в 300 Вт. Кстати, стоит отметить, что на потребление и на отдачу этот прибор дает 330 Вт, то есть тоже такой вот небольшой запасик сверху есть.
Также в комплекте поставляется клэмп для крепления к стойке, либо к каким-то, ну, к другим каким-то поверхностям. Тоже, на мой взгляд, удобно. Сам кабель по длине длинный, около, наверное, 3 метров, тоже качественный. То есть, мне кажется, что он не, ну, и не перетрется, и как бы повредить его достаточно сложно. То есть, в целом, даже для установки в каких-то сложно доступных местах работать с этой коммутацией будет удобно. Поскольку это профессиональная серия, поставляется прибор в 2 вариациях. С байонетом Bowen, самый распространенный байонет в мире, и с профессиональным байонетом G. G-байонет установлен на таких приборах, как 1200, для того, чтобы можно было подключать другие более массивные насадки, совсем другая теплоотдача, для того, чтобы просто не сжигать, ну, баунсовский байонет и баунсовские насадки, которые не рассчитаны под такие нагрузки. Давайте кратко расскажу вам про меню. Выполнено оно достаточно удобно, небольшое количество кнопок, но в принципе все необходимое выведено на быстрый доступ. И классно, что есть возможность управления шумом вентилятора непосредственно одной кнопкой. Когда прибор перегревается, а вам необходимо убрать с площадки шум, нажимаете на кнопочку, на которой изображен вентилятор, и его мощность сразу сбрасывается до 25%. Что касается регулировок, тоже все просто и легко. 1% — это шаг. Есть возможность установить мощность вплоть до 0,1%, что, на мой взгляд, ну, наверное, даже более чем точно, вернее, более чем нужно, да, непосредственно в точности. Переключение между диммером и балансом белого происходит, как в большинстве приборов, просто нажатием на регулировочку. Здесь выбираете баланс белого. Баланс белого по своему диапазону тоже достаточно стандартный. Это 2800 и 6500 на максимальном своем показателе. Регулировка происходит с точностью до 100 кельвинов, что, на мой взгляд, тоже более чем удобно. Дробить там, делать по 50 или по 10, мне кажется, смысла никакого нет. И еще один момент, который отличает этот прибор и действительно вносит его, наверное, в линейку именно профессиональных. Здесь есть несколько кривых диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая. Опционально для этого балласта доступен пульт дистанционного управления, но в комплекте его нет. Но, опять же, мне кажется, в нем смысла особого вот докупать, честно говоря, я не вижу, потому что здесь есть и Wi-Fi, и Bluetooth. Через телефон вы спокойно скачиваете приложение Godox Lite, коннектитесь к приборам, и работать с ними становится очень легко. То есть вы, в принципе, все то же самое, что делаете на балласте, либо через пульт дистанционного управления делаете со смартфоном. А сейчас я вам покажу достаточно интересный прием, который, честно говоря, мне пришел в голову вот буквально на днях, когда я узнал, что будем делать обзор подобной насадки. И я думаю, что вам понравятся картинки, которые сейчас создадим. Сейчас я использую отражение от стены. Видите, у меня такое прямоугольное прям отражение. Работает это все как софтбокс. Модель располагаю близко. И еще вот эту полоску света. Обратите внимание, свет на стене у меня сейчас имеет форму прямоугольника, и снимаю я отражением от этой стены на модель. То есть, по сути, за счет линзы я создал софтбокс на стене, который создает свет, падающий на модель, такой мягкий, рассеянный, но контрастный. Также сейчас частично свет от прибора попадает на дискобол, который создает вокруг еще интересные вот такие пятнышки, там и на лице модели, и на фоне. Выглядит это кайфово. И еще один третий дополнительный момент. Сама по себе вот эта вот белая полоска света на стене очень геометрично и интересно выглядит в кадре. То есть ее можно использовать как некую даже композиционную основу, если снимать на широкий угол. К сожалению, у меня с собой сейчас из широкого есть только 35-ка. Было бы там 20 или 24, картинка была бы интересней, но, как говорится, что имеем. А вы как-нибудь обязательно попробуйте такую схему освещения. Переедем сейчас чуть дальше. Меня немножко смущает угол за моделью, поэтому будем снимать на стене, ну, именно без угла, то есть на круглой части циклорамы. Использовать тот же самый подход, я думаю, будет интересно. Сейчас мы снимаем где-то порядка, наверное, часа, и вот эта регулировка каше в целом нагрелась, но не сильно. То есть пальцами я вполне себе без ожогов могу регулировать пучок света. Единственное, что стоит, конечно, привыкнуть к тому, что для регулировки каше
Все делается наоборот. Если вам нужно изменить верхнюю часть, то вам нужно трогать нижнюю регулировку. Если нужно изменить правую часть, то вам нужно трогать левую регулировку. То есть все с точностью да наоборот работает. Сейчас создадим такую узенькую полосочку. Во-во-во-во-во. Держи, держи, держи. Супер. Используя всего лишь одну линзовую насадку и немножко применив воображение, поиграв с каше, можно создать очень красивые, интересные картинки. То есть, смотрите, сейчас абсолютно минималистичная фотка, в которой складывается ощущение, что модель находится не в студии, а что перед ней какое-то прям очень светлое окно, в котором выбиты полностью все детали, но освещает оно ее тоже очень мягенько и контрастно. То есть все равно такое очень красивое акцентированное освещение в сцене, на мой взгляд, выглядит очень круто. А если сюда добавить еще и цвета какого-нибудь противоположного и заполнить, либо еще частично подсветить картинку, мне кажется, будет еще интереснее. Так что давайте попробуем это сделать. Сейчас я два фильтра установил в держатель, достаточно такой странной формы это сделал, не стал вставлять непосредственно в сам прибор, просто подержали его рядышком с источником света, таким образом левую часть освещения мы покрасили в голубой, чуть-чуть появился блик оранжевый, свет на модели стал теплее, в целом картинка выглядит гораздо более интереснее, даже чем просто такая, ну, как бы нейтральная, минималистичная. Сейчас мы добавили еще один заполняющий свет, светим в потолок тем же самым биколорным прибором. По интенсивности у нас это всего лишь 10%. Сверху надет синий фильтр для того, чтобы немножко сравнять картинку по цвету, да, между вот этим холодным бликом в начале кадра и освещением вокруг модели, потому что акцентированный теплый свет непосредственно на лице модели сразу выделяется и обращает на себя внимание. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на видео. Модель у нас сейчас будет не сильно менять позы. Сделаем вид, что она смотрит туда в некое окошко и поснимаем крупные планы, чуть-чуть там влево-вправо пошатаю с камеры, чтобы хоть как-то добавить динамики. Одна из основных особенностей линзовых насадок еще заключается в том, что очень удобно с ними работать, используя маски Gobbett. Такие железные шаблоны с выпиленными рисунками, которые проецируются через насадку на поверхность, и можно создавать очень необычные причудливые рисунки на фоне. Наверное, одни из самых стандартных — это всякие там жалюзи, окошки, ночные города, шарики и так далее. Мы сегодня выбрали одну из, наверное, самых необычных насадок из всего комплекта, что у нас была. Это такой некий какой-то имитация салюта. Но в чем интересность подхода в данном случае? Я сейчас свечу по стене вскользь, таким образом у меня часть проекции в расфокусе, потом наступает фокус и уходит опять дальше чуть-чуть в расфокусировку. Подобный формат интересен с той стороны, что расположив модель на вот эту часть картинки, мы получим чуть более смягченное изображение без явных контуров, которое позволит осветить лицо модели, не исказив его какими-то дополнительными светотеневыми узорами. Ну и в качестве заполнения пространство, потому что иначе совсем темно получается, есть только маленький участок лица модели, на который падает свет, используем заполняющий прибор с синим фильтром, чтобы чуть-чуть создать какую-то еще драмочку. И почему синий, сейчас объясню. Смотрите, отражение от кожи становится теплым. И синий цвет на контрасте с этим, ну вернее желтый, да, синий цвет на контрасте с этим выглядит интереснее.
Чуть ровнее голову. Угу. И давай прям на свет смотреть. Управляем, смотрим, руку убираем. В заключение хочу отметить, что Godox No LED M300B является действительно классным профессиональным инструментом. Удобная эргономика, возможность снимать не только от сети, а еще и от V-маунта. Выбор отличных эффектов, аж 21 штука. Качественная сборка, опять же, система охлаждения. 3 часа мы проснимали на максимальной мощности, закрывали приборы по-всякому. Никакого перегрева не было, раз. И второе, не было слышно даже вентиляторов, что вообще, на мой взгляд, очень кайфово. Отдельно хочу отметить про работу с линзовыми насадками. Действительно, это очень классный творческий инструмент, который можно воссоздать, какие-то вообще создать абсолютно новые какие-то подходы к освещению и использовать не только в контексте масок гоба, либо теневых масок, а использовать еще как отраженный свет. И в целом вообще насадки линзовые дают вам огромное увеличение по светоотдаче прибора, поэтому снимая в каких-то ярких условиях света, либо где вам нужно дать этого света больше, но вы ограничены мощностью прибора, линзовая насадка — это прям самое то. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вопросы задавайте в комментарии. Всем пока!